Всем привет, с вами снова Жора Климов, и мы приехали на классики, на классический спот. А приехали мы сюда за тем, чтобы протестировать кеды Этнис модель Марана. Дизайн модели практически не изменился с того года, но есть единственное разительное отличие – это подошва от компании Michelin. По сути, кеды стали прошлогодней промоделью от Chris & Joseph. Ну что ж, давайте протестируем эти кеды и посмотрим, как они ведут себя во время катания. Ну что, давайте посмотрим, что произошло с кедами. Покатался я в них полноценно 3 раза. Ну что, первое могу сказать, порвались шнурки достаточно быстро. По-моему, уже в первый день один отвалился. Подошва от компании Michelin мне действительно понравилась. Она очень цепкая, офигенно ощущаешь себя на доске, она не проскальзывает. Единственный минус то, что она долго разнашивалась, в течение 3 часов чувствовал себя дискомфортно. Также хочу отметить, что есть плотная защита пятки от попадания доски в ногу. В моем случае она сильно мне натерла ногу, но я не могу отнести это к минусам, потому что у всех формы ног разные, и возможно то, что у вас все пройдет гладко, не так, как у меня. По итогу могу советовать эти кеды для покупки абсолютно всем, так как кеды с такой качественной подошвой на рынке встречаются достаточно редко. Подписывайтесь на канал Сквот, ставьте лайки и покупайте кеды только с качественной подошвой.